Учитель русского языка и литературы Светлана Мельникова в сфере образования более 40 лет. Говорит, в профессию пришла по любви и еще ни разу о своем решении не пожалела. В преддверии Дня учителя Светлана получила звание народного педагога Самарской области. В торжественной обстановке ее поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Мне повезло, я считаю, профессионально. Я состоялась, и кроме того, это не просто, это было через какую-то там боль, нежелание. А я с удовольствием шла на работу, всегда с удовольствием этим занималась. Дмитрий Азаров встретился и с теми, кто в профессии не так давно. Софья Приказчикова работает учителем 2 года, преподает английский язык. Конечно, мне очень нравится работать с учителем, безусловно, получать отдачу от детей, видеть этот драйв, эти горящие глаза. И, конечно, я сама от этого заряжаюсь, мне нравится быть полезной детям. На прямую связь с главой региона вышли и педагоги из других муниципалитетов. Задать интересующие вопросы губернатору смогли все желающие. Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником и подчеркнул, что от труда учителей в том числе зависит реализация национальных проектов. Дорогие друзья, я крайне благодарен, признателен вам за этот труд, за ваши усилия в это очень непростое для всех нас время. И, конечно же, готовы и к тому, чтобы обсудить, какие дополнительные меры поддержки. Что мы еще можем вместе сделать, чтобы вы себя покомфортнее ощущали. Встреча губернатора с учителями прошла в новой 68-й школе. Современное образовательное учреждение открылось в этом году. Здесь учатся свыше 1000 детей. Здание оснащено по последним стандартам качества. Грамотно подобран педагогический коллектив. Школу возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Процесс строительства контролировали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Михаил Ермоленко, Мария Елчан, Василий Колдашов. События.